требуем расселения по программе «Жилище». 2 ноября 2017 года. Я, Руденко Ольга Сергеевна, встаю в одиночном пикете у мэрии города Москвы. Ровно 2,5 месяца тому назад Стружак и Озерова из правительства обещали нам, что будет создана рабочая группа для решения наших жилищных вопросов. Это жильцы бывших общежитий, которые, значит, вместе с жильем нежилой корпус. Договора соцнайма от нас скрыли, квартиры выделены по программе «Жилище» у нас украли. Мы обращались в разные инстанции, но меры не принимают. Теперь я в очередной раз обращаюсь к президенту Владимиру Владимировичу. Я думаю, что вы обо всей этой ситуации знаете, вам докладываю. Вы присягали народу на Конституцию, вы присягали защищать наши права. Поэтому мы обращаемся к вам, народное движение, с просьбой принять наше движение и разрешить эту нашу беду.